В экспозиции «Пряничный городок» и имбирные домики, и даже достопримечательности курорта. Кто-то из участников конкурса смастерил из пряников здание морского порта Сочи. На соседнем стенде в пряничной мастерской от Васильевны новогодние пряники можно расписать самим. А еще маленьким гостям выставки-ярмарки предложат раскрасить гипсовые фигуры. Любителям активностей – прямая дорога на батуты и к стенду развлекательно-образовательного агентства праздников «Джунгли». Здесь ребятам предложат поучаствовать в интереснейших квестах. В нашем городе очень много есть различных развлекательных услуг, но мало кто из них еще и образовывает. А мы, собственно говоря, с нашими квестами это и делаем. То есть мы заточены именно под это. То есть в ходе квеста дети разгадывают различные загадки, получают определенные задания. Обязательное условие наших квестов – это команда образования, это тимбилдинг. После занятия творчеством и игр – интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Взрослые в это время совершают покупки. Здесь можно приобрести и продукты для праздничного стола, и подарки родным и друзьям. Мы полностью поменяли концепцию наших мероприятий. И сейчас мы организовываем не просто выставки и ярмарки. Мы организовываем праздник для всех жителей города Сочи. Для того, чтобы каждый мог прийти, развлечься. Сочи-экспо в этом году приносит новогоднее настроение для жителей города самыми первыми. Отдать свой голос за лучший пряничный домик, посетить бесплатные мастер-классы и спектакли кукольного театра. Одним словом, приобрести новогоднее настроение и с пользой провести время. Все это можно на ярмарке «Новогодняя шкатулка», которая открылась в выставочном центре на Несебрской. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.